наши силы уже уничтожили технику, огневые точки какие-то мощные. И нам осталось вот дожать, занять позицию, пройти вперед, мы наступаем. И первые два человека, они продвигаются незаметно вперед, они подходят на рубеж бросания гранаты, это 40-25 метров, и совершают свой бросок в сторону врага, в траншею врага. Уничтожает его. Для вот этой темы нам достаточно, на данном этапе мы занимаем 2,5-3 часа. Первый гранатомет – это советского производства, РПГ-7В называется. Ручной противотанковый гранатомет. Один из самых простых. Да, бесспорный лидер, а Т-4, да. Гораздо лучше, чем наша РПГ-7В. Она современней. Шведская противотанковая, противотанковый гранатомет. Очень точный. Гораздо быстрее летит граната. Ну, есть шанс, что справиться с танком, то это. В любом случае он наносит танку тоже повреждения. По всей остальной технике он вообще прекрасно действует. ТРО, они самые ходовые есть, конечно. ТРО этими трубами забеспечено. Пехотинец должен уметь с любого оружия, как пулемет, гранатомет, автомат, пистолет, бросить гранату. На нас вся страна смотрит. В принципе, это даже не ТРУ, а нормальное боевое подразделение, которое обучается и воюет довольно-таки неплохо, потому что многие уже побывали на передовой. Много ребят таких. И они друг друга еще поднатягивают, не только инструктора, и сами там объясняют. Ну, нормальный коллектив. Всегда прав. Не боится это, наверное, я не знаю. Если не боится, значит сумасшедший. Если человек боится, он нормальный. У него есть шанс выжить.